Нужно поймать, блядь, ту же струнь. Трудовителя, блядь, работал. Постой. И все нагорело. Но мы думали, что самое страшное – это авиабомба. В самом деле, самое страшное – это танк. Страшнее танка ничего нет. Потому что, когда ты едешь, вернее, когда он едет, и ты лежишь на полу и понимаешь, как опускается дуло, это очень страшно. И ты его реально слышишь. И куда он выстрелит, ну, нам повезло. Мы были во втором подъезде, мы остались живы.